На границе Турции и Сирии турецкий истребитель F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о крушении в Сирии российского самолета. Турецкое агентство DNA сообщает о том, что F-16 Турции сбил истребитель Су-24. Поводом для этого стало якобы нарушение воздушного пространства Турции. В Минобороны России заявили, что рухнувший на границе Сирии и Турции истребитель все время полета находился исключительно на территории Сирии. Истребитель потерпел крушение, предположительно, в результате обстрела с земли. Самолет находился на высоте 6000 метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Теперь их ищут на боевых вертолетах. По информации телеканала CNN Turk, один из пилотов сбитого Су-24 погиб. Такие данные приводятся со ссылкой на жителей местности, где рухнул самолет. Отмечается, что второй пилот находится в их руках. Вся информация об инциденте уточняется. После крушения самолета премьер Турции обсудил с начальником генштаба и главой МИД ситуации на границе с Сирией. Также сообщается, что МИД Турции по распоряжению премьера предпримет необходимые шаги в НАТО, ООН и заинтересованных странах в связи с инцидентом.